Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о влиянии отцов. Мы с вами говорили о том, что не работают правила, если мы сами не исполняем их, а требуем от наших детей. Мы говорили о том, что не работают нравоучения, потому что мы не соответствуем тому, что говорим. Мы говорили с вами о том, что и наказание может вызывать протест и так далее. Что же нам делать? Я на 100% уверен в том, что есть единственный способ влияния на наших детей – это мы сами. Знаете, исследования специалистов показывают, что наличие, я сейчас хочу подчеркнуть это слово, просто банальное наличие или присутствие отца в семье позитивно влияет на воспитание детей, увеличивая их потенциал, их шанс на будущую хорошую жизнь в два раза. Просто наличие. Но, знаете, вот этот наш с вами личный пример, он работает. Смотрите, если мы просто рядом, это повышает шансы нашего ребенка на счастье, потому что у него есть пример отца, у него есть пример. Может быть, этот пример не особо хороший, может быть, это на троечку, даже на двоечку, но два – это больше, чем ноль, причем в два раза. Для нас с вами очень важно это понять. Дети будут идти за нами. Итак, друзья, основой воспитания, основой влияния отца на жизнь своего ребенка является его личный пример. Таким образом, наверное, самое важное и самое главное, что может повлиять на мировоззрение, мироощущение, жизненные ценности и так далее нашего ребенка, это когда мы займемся не его поркой, не его воспитанием и нравоучениями, а займемся собой, собственными жизненными ценностями, собственными отцовскими качествами, собственным характером. И глядя на это, наши дети будут вырастать нормальными людьми, когда мы захотим стать более ответственными, более честными, более открытыми, более порядочными, более верными. Поэтому я хотел бы каждого отца призвать к тому, чтобы прежде всего посмотреть на самого себя. Какой пример мы являем нашим детям? Честно ответить на свои какие-то важные вопросы. Являюсь ли я тем человеком, который научит моего ребенка честности? Являюсь ли я человеком, который даст ему правильные жизненные ориентиры? И изменялся. По крайней мере, начал это делать. И поверьте, это приведет к потрясающим результатам.